делали модернизацию здравоохранения. Вот такие батареи мы сняли с больницы. Где они, эти батареи? Раскрутить, прочистить и нарастить. Они вот так вот наращиваются. Чтобы детям было тепло зимой, заботятся сейчас. Зампред правительства области Юрий Моисеев с рабочим визитом в Марксе проверяет, как идет ремонт школ. Меняются деревянные окна на пластиковые. Это благодаря тому, что Марксовский район участвует в программе модернизации образования. На эти деньги, на 10 миллионов рублей, будут отремонтированы 3 школы, и в 3 школах будут поставлены пластиковые окна. Если работы закончат вовремя, наращивать батареи не придется, говорят чиновники комитета по образованию. Сквозь новые окна тепло уходить не будет. В 3 школах из 5 ремонт уже подходит к концу. То есть мы с вами покрыли крышу, 4 800 мы отдавали. Мы сейчас сделали все окна мы здесь заканчиваем. Сейчас прошел аукцион, только вчера прошел аукцион. В понедельник мы подписываем контракт. Мы вставляем все двери в этой школе. И у нас остается ливневка, которая готовит, это уже прошел аукцион. А еще во всех школах обновят пищеблоки в рамках федерального проекта «Школьное питание». А в школе номер 6, которая в этом году отметит 45-летний юбилей, его полностью реконструируют. За время ремонта здесь укрепили все конструкции, чтобы находиться в старом здании было безопасно. Кроме глобальных изменений, Юрия Моисеева интересуют и детали. Например, оформление кабинетов информационными стендами. Чтобы дать немножко историю своего района. Да, вот там все есть. Нет, я имею в виду, какие производства, чем нужно гордиться, там, что у нас есть, что нужно еще сделать. К 1 сентября все работы должны быть закончены, чтобы новый учебный год начался в обновленных стенах. Людмила Самарина, Александр Питченко, ТВ-центр «Саратов».